Гороскоп на 18 сентября 2023 года. Для всех знаков зодиака. А перед началом, чтобы не пропустить наш новый гороскоп, прошу вас, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Приятного просмотра! В понедельник у Овна большая часть дня проходит удачно. Дел и забот будет немало, но вы, несомненно, со всем справитесь. Будет возможность решить какие-то давние проблемы, а затем удастся определиться с планами на будущее. Окружающие чаще обычного обращаются за помощью. Вы стараетесь никому не отказывать и правильно делаете. Не исключены знакомства, которые получат романтическое продолжение и любовные увлечения на работе. Интуиция подсказывает, с кем можно иметь дело, а от кого лучше держаться подальше. Доверяйте ей. Любовный гороскоп на сегодня для Овнов. Сегодня Овнам необходимо быть как никогда внимательными и ответственными при заполнении документации, связанной с финансами или деловыми обязательствами. Даже самая маленькая ошибка может очень дорого вам обойтись, что обязательно скажется на вашем благополучии. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Овен. Гороскоп советует Овну не сплетничать о других, чтобы не навредить самому себе. Можно заниматься вопросами наследства, продажи и покупки жилья, а также лечением нервной системы. Чем больше Овен будет жаловать на судьбу, тем дольше будет купаться в своих неприятностях. Ситуация с деньгами изменится, если вечером вам вернут долг, а вы четко распланируете бюджет. Гороскоп «Дом» на сегодня. Если же волею судьбы или обстоятельств вы оказались одиноки, и если есть желание, то попытайтесь наладить отношения с близким человеком из вашего прошлого. Личный гороскоп. День получения преобразования космической энергии. Нужно быть внимательным и осторожным в любом деле. Не принимайте никаких необдуманных решений. С помощью проверенных друзей или деловых партнеров вы сможете получить заманчивые предложения. Однако не стоит менять вид деятельности или работу. Данный период этому не благоприятствует. Есть шанс получить какое-то известие, которое, как утверждают планеты, может в корне изменить ваш образ жизни. В понедельник у Тельца утро будет беспокойным. Это время, когда вашего внимания требует несколько дел сразу, нужно быстро переключаться с одной задачи на другую. К тому же важно сохранять дружелюбие и не давать воли раздражению, даже если окружающие как будто специально делают все возможное, чтобы вывести вас из равновесия. Вторая половина дня будет более благоприятной. Она подходит для работы, в особенности, требующей творческого подхода и фантазии. Вы легко находите общий язык с окружающими, с полуслова понимаете тех, кто вам дорог. Любовный гороскоп на сегодня для Тельцов. Для того, чтобы мотивировать себя на выполнение трудной, нудной и скучной работы, Тельцам необходимо регулярно напоминать себе о том, что за этот труд их ожидает достойная оплата. Сегодня лучше воздержаться от покупок новых вещей или незнакомых лекарств, так как существует риск выбросить деньги на ветер. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Телец. Сегодня Тельцу нужно быть отчаянным и немного рискованным, чтобы изменить жизнь в лучшую сторону. Если вы засиделись на одном месте, то стоит освоить другую профессию. Сегодня отличный день для начала учебы, записи на курсы и поездки в другой город. В общении с родственниками сдерживайте эмоции, чтобы не возникла крупная ссора. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вероятно, что накопившаяся усталость сделает Тельцов раздражительными, нервными и даже грубыми. Многие будут не способны вести привычный образ жизни. От вас даже не требуется в точности соблюдать распорядок дня. Прислушивайтесь к своим внутренним часам, они самые точные и близкие, оценив перемены в вашем облике и настроении, обязательно вас поддержат. Личный гороскоп. Этот день несет с собой трудности и хлопоты. Вероятно, что сегодня вы получите известие от близкого человека, которое может на многое повлиять и в корне изменить ваше нынешнее положение. Возможно, вам даже придется прийти ему на помощь. Вы будете чувствовать себя хорошо и спокойно. День весьма благоприятен для занятий спортом и любой физической работой. В понедельник для близнецов день начинается относительно удачно, но для того, чтобы добиться успехов, нужно действовать быстро.
Не исключены напряженные моменты, но вы находчивы и изобретательны, способны найти выход из самого сложного положения. Пригодится опыт, полученный раньше, а старые знакомые будут рады оказать полезные услуги. Вторая половина дня будет более сложной. Важно сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации. Завоевать ваше доверие пытаются многие. Но далеко не все его заслуживают. Разборчивость в контактах очень важна. Любовный гороскоп на сегодня для близнецов. Близнецы сегодня могут прийти к мысли о том, чтобы бросить любимую работу из-за конфликта с начальством или каких-то неудач на профессиональном поприще. Не торопитесь принимать решения, попробуйте взвесить все плюсы и минусы, и возможно, что доброжелательность коллектива заставит вас примириться с вспыльчивостью начальника. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Близнецы. Сегодня близнецам следует заняться домашними делами и запланировать предстоящий отпуск. Можно подписывать бумаги, связанные с покупкой недвижимости, а также ремонтировать автомобиль. Гороскоп рекомендует близнецам быть осторожнее с обещаниями, особенно если они касаются любовных дел. Не стоит клясться вечной любви тому, кому вы ее не испытываете. Гороскоп «Дом» на сегодня. Может так случиться, что самые дальние родственники вдруг окажутся очень близки вам по духу. И наоборот, те, кто долгое время был рядом, словно бы заговорят на чужом и непонятном языке. Если сегодня родные будут то и дело изводить вас упреками, то к ним имеет смысл прислушиваться. Личный гороскоп. День связан с преобразованиями космической энергии. Несет с собой трудности в общении с партнерами и домашние хлопоты. Должные старания и усердие будут обязательно вознаграждены. Ошибки же будут стоить дорого. Вероятно, что сегодня вы получите известие, которое может повлиять на отношения с близким человеком и в корне изменить ваше нынешнее положение. В понедельник у Рака первая половина дня будет очень плодотворной. В это время вам удается сохранять спокойствие, не принимать близко к сердцу мелкие неприятности, досадные происшествия. В будущее вы смотрите с оптимизмом. Он обоснован, шансы одержать важные победы очень велики. Вторая половина дня больше подходит для отдыха, чем для работы. Вероятно, приятные встречи, общение с друзьями неизменно поднимает настроение. Возможно, неожиданные подарки судьбы, удачные совпадения, которыми вы обязательно воспользуетесь. Любовный гороскоп на сегодня для раков. Непредсказуемость сегодняшних событий способна на весь день выбить раков из колеи. Для того, чтобы избежать уныния и плохого настроения, займитесь своим духовным ростом, самообразованием. В общении с окружающими тщательно выбирайте слова, потому что вас могут понять совершенно не так, как вам нужно. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рак. Сегодня Раку желательно до минимума сократить свои расходы. Ситуация с деньгами не на грани, но экономия не помешает. Будьте крайне осторожны на дороге, особенно если планируете поездку на велосипеде. Благоприятный день для Рака, который решил сделать предложение избраннику. Могут напомнить о себе хронические заболевания. Гороскоп «Дом» на сегодня. Гармоничный период для любовных отношений. Разногласия с избранником, которые беспокоили раньше, улягутся сами собой, и вы сможете отлично провести выходные. Если ваши чувства будут искренними, то близкий человек будет расположен вас выслушать и понять вашу двойственность и противоречивость. Личный гороскоп. В этот день вы можете быть подвергнуты искушениям. Чувства будут интенсивны, но переменчивы, настроение неровное, а желание развлечься будет перемежаться с желанием полного покоя. Вероятность нервозности и неоправданных материальных потерь. Старайтесь не выходить из равновесия и найти в себе точку опоры. Понедельник для Льва – напряженный день. Особенно трудно будет тем, кто стремится к профессиональным достижениям, хочет подняться по карьерной лестнице. Люди, на поддержку которых вы рассчитывали, слишком заняты собственными делами и не могут выполнить обещания, которые дали раньше. Сдержанность и самообладание сейчас важны чрезвычайно. Именно благодаря им вы не совершите ошибок, не наживете себе влиятельных врагов. Близкие люди в любых обстоятельствах будут на вашей стороне. С ними вы можете поделиться всеми своими сомнениями и тревогами.
Любовный гороскоп на сегодня для львов. Львам, которые планируют поступать в вуз или начать посещать профессиональные курсы, лучше отложить этот замысел на другой день, так как сегодня для этого не самый лучший период. В этот день звезды не исключают вероятности того, что вас посетит крупное разочарование в ком-то, кого вы ранее считали образцом для подражания. Гороскоп «Жизнь» знак зодиака Лев. Гороскоп советует Льву ценить каждую минуту, а также не пренебрегать мелочами в работе. Важные документы подписывать не следует, иначе угодите в зависимость от недобросовестных на руку людей. Разговор по душам с близким другом поможет Льву решить давнюю проблему в личной жизни. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вероятно, обычные домашние, бытовые хлопоты. Проведя день в кругу семьи, вы предотвратите возможные неприятности. Постарайтесь избавиться от всего ненужного. Приведите в порядок эмоции. В таком случае вам будет легко понять, как надо изменить рабочий процесс. Личный гороскоп. Нужно быть внимательным и осторожным в любом деле. Звезды рекомендуют умерить свою властность и не пытаться стремиться к лидерству в совместных мероприятиях и коллективных действиях. По-прежнему существует опасность для здоровья. Постарайтесь избежать присутствия в местах массового скопления народа, не предавайтесь чревоугодию и чрезмерному употреблению спиртных напитков. Понедельник – чудесный день для Девы, несущий массу неожиданных радостей и приятных сюрпризов. Неожиданно выясняется, что вы можете довести до конца какие-то проекты, которые раньше казались безнадежными. Возможно, появление новых союзников, в том числе мудрых и влиятельных людей, которые помогут вам и принять, и воплотить в жизнь правильные решения. Неожиданно легко оказывается урегулировать разногласия с родственниками. Выясняется, что никто не требует от вас ни огромных жертв, ни серьезных уступок. Возможен переезд на новое место жительства или начало длительного путешествия, которое изменит ваши взгляды на жизнь. Любовный гороскоп на сегодня для Дев. Девам сегодня придется заняться планированием семейного бюджета и строгим учетом расходов и доходов. Возможно, что вам подвернутся новые источники финансовых поступлений, но не исключается, что при этом возрастет и потребность в расходах. В любом случае, будьте готовы к режиму экономии. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Дева. Романтичный и ясный день ожидается у Девы. Если вы любите человека, то не бойтесь признаться ему в своих чувствах. Отдых на природе, творческие замыслы и финансовые дела пройдут на высшем уровне. Деве не мешает показаться врачу-специалисту, если ее часто беспокоит боли в сердце и суставах. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вы очень деловой и энергичный человек, и у вас появится много возможностей расположить к себе удачу. Одна из них – респектабельный внешний вид. Вам нужно поменять свой имидж. Личный гороскоп. День преобразования космической энергии. Нужно быть внимательным и осторожным в любом деле. Благоприятный день для перспективного планирования, для поиска новых источников заработка, для смены сферы деятельности. С помощью проверенных друзей или деловых партнеров вы сможете получить заманчивые предложения, но их следует очень хорошо и детально обдумать. Добиться успеха будет не так просто, как кажется. Понедельник для весов в целом день довольно приятный, хотя вам довольно быстро станет ясно, что плодотворным назвать его никак нельзя. Серьезные и важные дела отложите, займитесь решением текущих вопросов, уделите время домашним заботам. Вам очень трудно будет придерживаться ранее составленного графика. Лучше импровизировать, приспосабливаться к ситуации. Возможно, неприятное известие, касающееся вашей работы или хобби, которое вы надеялись сделать источником дохода. Но полной ясности пока нет. Так что в панику впадать рано. Подождите более полной информации. Любовный гороскоп на сегодня для весов. Весам в этот день захочется дарить свои радостные и позитивные эмоции всем окружающим людям, в особенности партнеру, детям или родителям. Если адресат ваших восторженных чувств находится не в настроении и не способен оценить ваш душевный порыв, не обижайтесь. Вскоре вы обязательно ощутите любовь и благодарность своего партнера. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Весы. Крупные покупки и дальние поездки Весам лучше отложить на другой день.
Ваше финансовое положение на грани банкротства, поэтому грамотно составьте бюджет на ближайшие месяцы. Гороскоп не советует весам откровенничать с теми, кому вы мало доверяете. Остерегайтесь задеть резким словом и горячностью близких людей. Гороскоп «Дом» на сегодня. Удачное время для начала курса лечения, участия в спортивных и оздоровительных мероприятиях. Займитесь наведением порядка в доме и в финансах, заготовкой продуктов. При малейших признаках простуды следует отказаться от физической нагрузки. Личный гороскоп. Финансовые проекты большинства весов будут реализовываться совсем не так, как предполагалось. Денежных потерь не предвидится, однако нет места и резкому взлету. Не исключены размолвки с близким человеком. Звезды рекомендуют проявить чуткость. В понедельник скорпионам придется уделить некоторое время решению вопроса, о котором вы предпочли бы просто забыть. Необходимость заниматься скучным и утомительным делом, конечно, не радует, но вам по силам справиться с негативными эмоциями и показать, что вы способны выйти победителем даже из сложной ситуации. Могут возникнуть проблемы, связанные с запланированным путешествием или оформлением необходимых для него документов. Все удастся уладить. Если вы проявите расторопность и не будете пытаться сэкономить там, где это просто невозможно. Любовный гороскоп на сегодня для скорпионов. Сегодня скорпионы будут склонны к максимализму, а потому станут нещадно грызть себя за малейшую допущенную ошибку. Звезды рекомендуют не терзаться угрызениями совести, а постараться извлечь из ситуации полезный опыт. Сегодня вам очень пригодится совет старшего товарища или кого-то из родителей. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Скорпион. Сегодня Скорпиону нужно сильно постараться, чтобы удача обратила на него внимание. Настройтесь позитивно даже на моменты, которые априори обречены на провал. Ответственный подход к делам поможет Скорпиону решить многие сложные проблемы в личной жизни. С детьми необходимо проводить больше времени. Гороскоп «Дом» на сегодня. Не исключено, что подопечные дети потребуют больших расходов, и чем старше дети, тем больше средств придется истратить. Люди семейные продолжат обустройство жилья. Вы справитесь с проблемами в личной жизни благодаря умению приспосабливаться к любым обстоятельствам. Уделяйте больше внимания детям. Чаще выбирайтесь на природу. Личный гороскоп. Спокойный рабочий день. Планомерная деятельность на работе приведет к небольшим, но перспективным изменениям. Эту ситуацию нужно использовать для спокойного завершения начатых работ. Благоприятно заключение брака, планирование семьи, зачатие. Вы должны разумно подходить к каждой проблеме, обдумывать каждый шаг. В понедельник Стрельцов ждет очень утомительный день, к концу которого вы почувствуете, что совершенно выбились из сил. Придется заниматься решением вопросов, которые вас не только не интересуют, но и не касаются, а также иметь дело с людьми, с которыми вы уже не раз напрасно пытались найти общий язык. Словом, поводов для недовольства будет много. С другой стороны, есть и свои плюсы. Во-первых, вы научитесь чему-то новому, приобретете ценный опыт, который вскоре пригодится. Во-вторых, найдется человек, который станет вам надежным партнером и верным помощником. В-третьих, этот день обязательно кончится, а следующий обещает быть куда удачнее. Любовный гороскоп на сегодня для Стрельцов. Стрельцам в этот день необходимо проявлять осторожность в путешествиях и поездках на небольшие расстояния. Если вас начнет беспокоить самочувствие, то лучше прибегнуть к услугам знакомого врача, нежели неизвестных медицинских сотрудников. Сегодня не самый лучший период для того, чтобы таить обиды, а потому постарайтесь простить всех своих обидчиков. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Стрелец. Гороскоп советует Стрельцу не падать духом даже, если ситуация в личной жизни будет напряженной. Вы можете столкнуться нос к носу с человеком, который вам откровенно завидует. Будьте внимательны на дороге, отправляясь в дальнее путешествие. Важные переговоры и деловые контракты лучше отменить. В плане здоровья Стрелец почувствует слабость и симптомы простуды. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот очень благоприятный период позволяет проявить способности на разных поприщах. Возрастает удачливость, способность к материализации новых мыслей и идей.
В это время хорошо также навести порядок в доме, затеять ремонт, заняться благоустройством, а также больше внимания сосредоточить на своих индивидуальных творческих замыслах. Личный гороскоп. День связан с преобразованиями космической энергии. Несет с собой трудности в общении с партнерами и домашние хлопоты. Вероятно, что сегодня вы получите известие, которое может повлиять на отношения с близким человеком или в корне изменить ваше нынешнее служебное или общественное положение. В понедельник у Козерога начало дня будет удачным, но беспокойным. Появляется много новых задач, вам приходится быстро переключаться с одного дела на другое, на ходу принимать важные решения. Но вы ни минуты не сомневаетесь в успехе и хорошо справляетесь даже с тем, что в другое время было бы вам не по силам. Вторая половина дня очень приятна. К этому времени удастся навести порядок в делах, появится определенность в планах на будущее. Порадуют встречи с друзьями и родственниками. Да и романтические свидания не разочаруют. Любовный гороскоп на сегодня для Козерогов. Козероги сегодня с удовольствием расширят свой круг общения и внесут в него даже тех, кого общество считает ненадежными, асоциальными или опасными личностями. Впрочем, эти новые знакомства не скрасят вам горечь от утраты некоторых единомышленников и старых друзей, с которыми в это время возможно полное прекращение контактов. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Козерог. Если Козерог трезво оценит ситуацию с деньгами, то они сами поплывут к нему в руки. Не будьте слишком настойчивым там, где требуется разумность и неспешность. Сегодня вас озадачит коллега, который недавно устроился к вам на предприятие. Помощь со стороны Козерога будет необходима и членам семьи. Гороскоп «Дом» на сегодня. Обстоятельства могут сложиться так, что вам вряд ли удастся дождаться помощи от родителей в воспитании детей. Придется справляться самостоятельно. Постарайтесь не оказывать на детей давления. Ненавязчиво прививая им необходимые навыки, вы воспитаете себе помощников. Личный гороскоп. С помощью друзей или деловых партнеров вы сможете получить заманчивые предложения, которые помогут вам найти новые источники заработка или сменить сферу деятельности. Следует очень хорошо и детально все обдумать. Добиться успеха будет не так просто. В понедельник у Водолея день начинается хорошо. Обстоятельства часто складываются самым благоприятным для вас образом. Именно поэтому удается справиться со сложными делами, успешно завершить проекты, которые раньше казались безнадежными. Оказавшись в нужное время в нужном месте, вы сможете укрепить свои профессиональные позиции, заручиться поддержкой влиятельных особ. Во второй половине дня влияние позитивных тенденций не будет таким сильным. Могут возникать мелкие трудности, недоразумения. Впрочем, вы справитесь со всеми проблемами, а близкие люди вам охотно помогут. Любовный гороскоп на сегодня для водолеев. Вся деятельность, которую водолей в этот день захочет провернуть втайне от окружающих, тем не менее, будет замечена близкими людьми, начальством, коллегами и родителями. Для того, чтобы не пришлось давать долгих и неловких объяснений, лучше изначально не пытайтесь что-то скрывать. Сегодня водолеи смогут получить неожиданную весточку издалека. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Водолей. Водолей решит заняться самоанализом и повышением духовной стороны жизни. Хороший день для посещения храма, культурных мероприятий и общения с близкими людьми. Гороскоп не рекомендует брать на себя больше, чем он может выполнить. Физические нагрузки Водолею противопоказаны, а вот пассивный отдых, выезд на природу принесут пользу. Гороскоп «Дом» на сегодня. Семейная жизнь Водолеев не будет омрачена ссорами и неурядицами. В семье возможны неожиданные события позитивного характера. Вероятно, получение ценных подарков. Это прекрасное время для тех, кто собирается вступить в брак. Не упустите благоприятное расположение звезд. Личный гороскоп. День связан со строительством, обновлением, накоплением. Благоприятна смена места жительства, ремонт, крупные перестановки в доме и офисе. Рекомендуется приводить в порядок или укреплять свои владения. Но постарайтесь экономнее распоряжаться финансами. Объем трат может превысить доходы. Понедельник для рыб – день не слишком интересный, но хотя бы спокойный. Можно никуда не торопиться,
спокойно заниматься чем-нибудь, чем именно, совершенно не важно. Все равно результаты будут скромными, уделять внимание близким и размышлять на философские темы. Не рекомендуется тяжелая физическая работа, утомительные занятия спортом. Творческий потенциал находится на очень высоком уровне. Но идеи так и остаются идеями. Время их реализации придет несколько позже. Во второй половине дня можно нанести визиты друзьям. Вашему обществу будут очень рады. Любовный гороскоп на сегодня для рыб. Рыбы почти весь день будут проводить в приятных беседах, жарких спорах и бурных конфликтах. Ваши собеседники могут подвергнуть ваши планы жесткой критике или даже осмеянию, что очень сильно вас обидит. Впрочем, не спешите делать выводы о человеке по одной беседе. Вполне возможно, что перед вами очень надежный друг. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рыбы. Сегодня рыбам лучше заниматься общественной деятельностью, политикой и юридическими вопросами. Все это принесет максимальную пользу и позволит повысить авторитет. Для путешествия отличный день, а вот для завязывания любовных отношений неподходящий. Чтобы улучшить здоровье, рыбам нужно заняться спортом, питаться по режиму и мыслить позитивно. Гороскоп «Дом» на сегодня. Звезды дают импульс творческого подхода к семейной тематике, возможность полезного применения умелых рук в домашнем хозяйстве. Кроме того, возникнет неожиданное решение наконец-то расправиться с накопившимся беспорядком. Объедините близких людей для практического сотрудничества. Сделанные покупки окажутся удачными. Благоприятное начало строительства, ремонта. Личный гороскоп. Этот день характеризует падение жизненного уровня. Вероятны денежные траты, связанные с воспитанием и обучением детей, лечением родственников старшего поколения. В личной жизни тоже могут быть неприятности. У влюбленных и у супружеских пар могут возникнуть разногласия на почве финансов. Вероятно, что всплывут давние прегрешения и обиды. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. Отличного вам дня и до новых встреч!